Ребята, всем привет! Сегодня я продолжаю свой путь к славе, прокачивать всех своих бойцов. У меня пока только 6 бойцов, всего-всего только 434 кубка. Я думаю, что сегодня уже будет 450 кубков в этой серии. Это, в принципе, легко, и мы откроем новый рубеж, и нам попадется ящик. Ящик будем открывать и посмотрим, что в ящике. Может, выпадет в ящике какой-то новый герой, какая-то, может, легендарка или еще что-то интересное. Сейчас я зашел в свой магазин. Что тут по акции дня? Мы заберем подарок 3 билета. Они нам пригодятся в последующих. И возьмем еще, есть у нас в принципе 758 монеток, возьмем еще по акции дня силы. Прокачаем еще очки силы для кольта, чтобы лучше ими играть было. Затем очки силы для Барли. Очки силы для Ниты. И очки силы для Кольта. Или Була. А, это Бул. Очки силы для Була. Сейчас пойдем улучшать своих бойцов и посмотрим, на каком бойце будем играть. Ну, скорее всего, наверное, на Булле, потому что у него 5-й ранг. И Поко 5-й ранг. Так, улучшим. Улучшим. Так, дальше у нас Кольт. Улучшаем. Була. Да, и улучшили Була. Так, ну смотрим, что у нас тут. Практически ничего не поменялось, только немножко добавилась в Барли сила. Сила уже в Барли уже 5. А мы сегодня будем играть на Буле. Выбираем Була. Играем все новые события, которые есть. Сначала играем захват кристаллов, потом одиночная партия и проубол. Ну что, погнали. Да, ребят, еще не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Так, убегаем, убегаем, убегаем. А то у меня самое больше алмазов, сейчас они на меня все нападают. Что-то западает кнопка или что, не могу понять.
Так, ну мы сейчас засейвимся, у нас 12 алмазов, и сейчас победа будет наша. Все, мы победили. Мы победили. 8 кубков заработали. Так, у нас тут 442 кубка. Я так подозреваю, что сейчас мы еще сыграем столкновение в одиночное. У нас будет 450 кубков уже. Сейчас сыграем столкновение одиночное. Бул, вперед. Да, опять лаги какие-то. Так, что-то будет сейчас. Мороженка. Мороженка я люблю. Так, всего осталось 5 бойцов уже. Ах, я не пойму, почему он вообще не бежит, блин. Поражение. 4-е место. Что-то не знаю, что-то даже не могу понять с кнопкой. Нажимаю кнопку, он не бежит, стоит на месте. Что это такое? Ну, 4-е место. Также хорошо, 4 кубка заработали. В принципе, хотелось заработать сразу 6 минимум, чтобы уже было 450. Придется еще раз играть. Играть. Сыграем в парное. Так, что у вас здесь очень много появилось. Я убегаю, все. Меня здесь нету, все, всем пока. Так что, так, у нас осталось 3 команды. Интересно, а где мой напарник? Что его не... Так, у нас осталось 2 команды. Это мы с кем-то сейчас будем воевать. Так, где же наш соперник? Где он прячется? Все, мы победили. Мы победили, заработали 9 кубков. Это хорошо. Так, у Була уже 6-й ранг. И все. И все, сейчас будем открывать 2 ящичка. 2 ящика открывать будем, так что, ребята, нужно прожать лайк и подписаться на канал, чтобы выпал
легендарный герой. Забираем ящик и открываем монетки. Ну ничего, очки силы Пока и очки силы не там. Ничего не сделаешь, так же хорошо. Будем ждать следующих ящиков, чтобы нам выпадали герои. Также монетки, очки силы Була и очки силы Кольта. Так что такие вот у нас сегодня ящики были. Да, что-то давно не выпадало мне уже каких-то героев. То как-то в начале, в первых сериях постоянно выпадали герои, а сейчас нет, не выпадает уже. Играем в футбол. Мы подхватили мяч, ведем по центру. Удар, гол! Мы опять забрали мяч. Все, мы забили гол и мы выиграли. Заработали 8 кубков. Да, у меня уже 465 кубков. Ну что, еще раз попробуем сыграть в одиночное. Или заработаем кубки, или уйдем в минус. Заработаем минус 2 или минус 8. Сейчас посмотрим. Так, осталось 8 бойцов. Где-то по кустах, наверное, сидят, сейвятся в ожидании, чтобы кто-то... Так, ну пока ящички поразбиваем. 6 бойцов осталось. Нет, 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 вы мне пока не стреляйте. Я пока убегаю. Это нас вот втроем как раз осталось. Все, я победил. Видите, как я играю в одиночном, сражаюсь. Сражаюсь до конца и до последнего. Вот, Бул у нас уже 7-й ранг. Так, у нас уже 475 кубков. Ну, я думаю, что в следующем видео у меня уже будет 500 кубков. Это как раз у нас будет новый рубеж, дадут нового бойца Джесси. Посмотрим, что у нас будет тогда за боец. Откроем уже Джесси, дойдем до 500 кубков. И будет новый рубеж. Ну, а сегодня я буду заканчивать свое видео. Всем пока, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Потихоньку идем... По пути славы прокачиваем бойцов, открываем новые рубежи, новые ящики. Вот сейчас хочу показать, что у меня по бойцам
Барли, Шелли, Нита, Кольт, Бул. У меня уже седьмой ранг идут. Сила у них в Барли пятая, в Шерли четвертая, в Ниты также четвертая и Кольт четвертая. Ну, в Була только третья, а в Пока вообще вторая сила, и у него ранг пятый. Не знаю, почему-то сила не добавляется. Не прокачивается пока сила у них, даже не знаю почему. Может быть, вы знаете, напишите мне в комментариях, как прокачивать лучше силу, и или ее нужно там где-то покупать, или что нужно делать. Так что такие вот дела, ребятихи. Всем пока, до следующего видео. Пока-пока.